Выбрался в Москву на двухдневный тренировочный лагерь к Александру Федорову, человеку, который сам был на Олимпии и сам прошел через весь этот путь. Сейчас на этапе подготовки очень актуально услышать его взгляд со стороны, принять ценный опыт и наставления. Посмотрим, что из этого выйдет. Приветствую, Александр. Так. Очень приятно познакомиться с вами лично. Что у тебя в бедрах отстает? Галифе. Латералка. Это, ну... Я грешу на крепление, но мне кажется, что можно что-то улучшить. Так, попробуем. Значит, смотри, какой план туда сделать сегодня. Я хочу все-таки на выпрямление ног сделать акцент больше. Ты сможешь делать большую детализацию. Во-первых, упражнение менее травмоопасное, да, но может хороший налик дать. А все остальные упражнения, ну, учитывая, да, тебе там не надо разоряться, тебе нужно фактуру, то есть фактуру развивать, да, то есть, грубо говоря, скажем так, мышцы такие круглые делают, поскольку фактура такая хорошая есть, вот как, знаешь, сохранить функционал, но только объемов добавить, да, то, что и приведет тебе к лидерству. Поэтому я очень люблю вот это упражнение. Ты его вообще в своем графике не надо, то есть в конце так на тварь. А мы его сейчас сделаем основным, а потом все подкрепляющие пойдут. Мы поприседаем с тобой, но с небольшим весом со штанга после этого. Но это будет еще по лайту, без напряжения спины, но на сильную концентрацию. Упор будет у концентрации, да, и на твое, чтобы... Вот как ты идешь, ты все так же делаешь, да, прислушиваешься к тому. Я пытаюсь только улучшить, я ничего ломать не буду. Моя задача только тебя еще больше, как можно больше тебе дать энергии. То есть, грубо говоря, вторая голова со стороны тебя больше даже энергетически зарядывают. То есть все нормально, ты выглядишь классно. Давай просто немножко зафорсируемся, хорошо? Давайте. Давай. Смотри, у нас, если отстает внешняя часть, галифе же ты хочешь? Да. Так давай галифе работать. То есть во внутреннюю часть? Опа, это вот это. Это вот это. Видите, по-разному вот, все трактуют. Ну, так а давай ты будешь что чувствовать? Мне фиолетово что не трактует. Ты сейчас будешь чувствовать ощущения. Колени не разводи в сторону. Без задержки. Пока без задержки. О! Мне сейчас пока прожимать не надо. Ты самое главное, монотонность сохрани. Грудь вперед, спинка ровная. Спинка ровная, грудь. О! Вот сюда пойдет? Коленки вовнутрь, держи, держи, держи. Я знаю, что тебе некомфортно. Поэтому галифе-то и нету. Не задерживай, не надо сейчас задерживать пока. Еще. Петулечка, мне нужно, чтобы еще сильнее ты вовнутренности вернул. Я постараюсь сейчас сделать. Давай. Во.
О, это маленький такой, как разминочный получается, большим количеством повторений. Сам еще старайся прижимать. Теперь следующее движение, прежде чем выпрямить, колено вверх приподнимаешь, в нижнее положение, нижний низ опустил, вверх приподними колени, нет, колени вверх приподними, вот так. А, все понял. И выпрямляй. Во. Без задержки у нас плавное движение, без выбросов, плавное движение, очень плавное. Представь, что здесь стакан с водой, наполненный воды, до краев, его нельзя пролить. Плавнее, остановок вообще ничего нету. Быстрее, чуть быстрее, плавнее, еще плавнее. Как поршень работает. Вверху выдох. Во. О, Семен Семенович, вот тебе работает ничего. Во. Во. Еще. Не останавливайся, готовочка. Не останавливайся. Закачивай. Прижимать потом буду. Еще. Все. 10 раз осталось. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Давай. 7. Молодец. 8. 2 раза. 9. И еще раз. Молодец. Вот так вот. Вот это называется разминка. Это такая, знаешь, как путепровод. Вот мы, если хотим по нему что-то пустить, вот мы сейчас заложили путепровод, да? И вот после этого сейчас вот все вот должно пойти как угодно. Тяжело тебе так ноги держать, да? Непривычно очень. Очень. Ну, я, может, за все время пару раз так делал. А надо бы. Поэтому тебе непривычно так. Поэтому здесь у нас не хватает вот этой части. Сейчас все нужно на это ставить. Вот дома-то сейчас будет. Сейчас будешь нервничать, орать, а мне насрать. Возьму палку, буду дубасить. Сам же пришел. За этим и приехал. Тихо, сюда выверну. Вот так вообще. Вот. Вот так. Движение у тебя полное должно быть. Вот так. Сильнее. Ноги завернул сюда. Тебе комфортнее так делать. У тебя она доминирующая. Это вообще твое движение. Капля, да, она доминирующая. Капля, она там тащит. Нет, мы не капли не тащим. Вот это вот часть. Вот сюда. Все понял. Сейчас дышусь немножко. Да, нормально. Старайся вверху. Мы без задержки скорость движения будем подстраивать под скорость твоего дыхания. Угу. Сейчас, собственно, вес такой не маленький. Я чувствую, но тебе тяжело, да, я понимаю. Поэтому сколько нужно, будешь восстанавливаться. На самом деле, давно планировал с вами позаниматься, все никак. Не доходило тут такой этап ответственный, хочется, вовремя сюда, чтобы вы как-то своим опытом поделились и со своей стороны посмотрели на меня. Ну что, форма, ну ты же прекрасно понимаешь. Тут кто бы чего ни сказал, ты пойми, тебя уже оценили, да? Мы соревнуемся сами с собой, чтобы завтра быть лучшим сегодня. Ты сегодня выступаешь на соревнованиях, ты понимаешь, насколько тебя оценили. Как тебя оценили, значит, вот твой прогресс. Теперь задача, опять же, с собой посоревноваться, не на сцене будешь соревноваться, на сцену ты пойдешь за результатом своих соревнований с самим собой. И тогда ты со спокойной душой будешь всегда выигрывать. Но сегодня ты должен быть лучше, чем вчера, а завтра быть лучше, чем сегодня. Поэтому везде манипуляции. И сегодня вот то, что становится самое главное на тренировках, уходить из зоны комфорта. Вот тебе комфортно вот так? Нет. Разворачиваем. Ищем недостатки, работаем недостатками. Пользуемся, дорожим своими достоинствами. Твоя фактура классно, супер. Но мы стараемся вот нашли точку. И стараешься еще превознести. У тебя должно постоянно в голове быть. Постоянно. Она подходит. Во! Вот так делай, да. Класс. Раз. Не останавливайся. Вверху выдох. На каждый подъем вдох, выдох. Выдох. Вверху выдох. 5. 6. Ниже опускай. 7. Почти, чтобы плитки включали. 8. Ниже. 9. Ниже. 10. Работаем. 11. О! Вот так. Дыши. Дышать. Больше воздуха. Во. Еще. 4. 1. 2. Очень хорошо.
Куда? Есть? Есть контакт. Отлично. И даешь мне обратную связь, да? Потому что я, к сожалению, я могу визуально, когда мы с тобой вдвоем, не я тебе говорю, что делать, мы с тобой вместе принимаем решение, что делать. Если ты будешь делать то, во что ты не веришь, результат будет слабенький. Мне нужно донести до тебя, ты должен прочувствовать и кайфануть от этого. Тогда, блядь, вау. Угу. Вот ноги у меня всегда. Ну, как бы я их улучшаю от сезона к сезону, но они все равно считаются. Квадр – это слабое место. Галифе именно. У меня костяк широкий, плечевой пояс сам по себе, именно скелет генетически. Угу. То есть и плечи такие достаточно круглые. То есть у меня ширина есть, а пропорции именно во фронтальных позах не хватает вот этого вот. Нам что нужно сделать? Нам нужно просто нижнюю часть, вот это галифе, чуть снизить ее. То, чем мы сейчас здесь занимаемся. И это нужно делать с весом, с увеличением веса. Вот сейчас мы делаем пирамиду, вот и будем стараться сюда. Я вот заметил, что процесс, понимаешь, ни одной тренировки. То есть ты для себя должен сделать этот. Я всегда стараюсь акцент на силовых делать, потому что вот у меня ноги отвлекаются только на веса. Но на веса какие? Веса не ради того, чтобы обратить внимание, что я сейчас делаю, да? То есть сейчас ты еще... это упражнение здесь хер схалтуришь. Да. Если правильно позиционировать, то никак только упражнение. Оно изолированное. Вот после изолирования, когда ты их нагрузил, тогда ты можешь уже идти дальше. Тебе меньше нужно ресурсов для того, чтобы держать мышцы под напряжением. Потому что только под напряжением ты можешь делать. Я считаю неправильным добиваться напряжения за счет веса. Я хочу, чтобы сначала ты напряг, а потом вот это напряжение удерживать с помощью увеличения тренировочного веса. Тогда у тебя все движение подконтрольное будет, понимаешь? Вот. Потом дальше. Если мы говорим про жимы, это частично. Это нужно делать, но не всегда. Да, я сторонник за накачку. Накачку. Потому что организм твой привык дышать. Накачка кислородом. И мышца сама. Мы движение подстраиваем под скорость его дыхания, и тогда она просто будет наливаться кровью. Меньше нужно будет ресурсов для восстановления между подходами, а значит, быстрее мышца восстанавливается, и ты следующий подход. У тебя продолжительность временного интервала, сколько у тебя есть энергии, она рассчитана на время, а не на количество тонн, сколько ты можешь поднять. Потому что в зале можно тоже переутомиться, понимаешь, да? Тренировка, например, пошла, ты сбился, где-то отвлекся, и все уже пропадает. То есть ты остыл, все. Поэтому тебе постоянно температуру тела нужно держать. И у тебя есть определенный ресурс во времени. И нужно просто успеть туда загнать все, что у тебя накоплено, гликоген, вот вся энергия, которая есть, туда. Не затратив центральную нервную систему, только мышцы. То есть мы сегодня должны уйти с тобой. Здесь у тебя все нормально, ты уже готов, нормально. А ноги все уже не ходят. Вот чего надо добиваться. Хочешь выиграть? Давай, работаем, чувак. Нет, а вниз тоже негативную фазу, тоже под напряжением. Не расслабляйся. Да, чемпион. Отлично. Во, быстрее ускоряемся. Еще, накачивай. Еще. Еще. Давай, мужик. Еще. 5 раз осталось. Очень душевненько. Еще, не дай бог, какие-то там почувствуешь малейший дискомфорт, что-то еще, сразу обратно себе сдаешь. Понял? Ничего не идем ни через боль, ни через какие-то дискомфортные ощущения. Все в кайф сейчас пока. Не останавливаемся, братик. Еще. Не останавливаемся. Плавнее работаем. Амплитуду. Почему не скинулся? Ниже опускай. Во, больше ход. Больше амплитуду. Быстрее. Еще начинай помогать. Поехали, чемпион. Молодчик. Еще. Очень хорошо. Вот в таком темпе. Работаем. Наливай. Еще. Вот так. Давай еще разок сделаем и пойдем на приседание. А если бы ты приседал, покажи мне, как ты будешь приседать. Сейчас проблематично. Да. Ага. Добро пожаловать в бодибилдинг, братан. Да. Нет, так мы не будем приседать с тобой. Мы по-другому все. Присесть не могу даже теперь. Настолько забился. Нормально, сейчас все в порядке. Приседайте, чтобы вместе, не переживай. Я буду стоять рядом, самое главное, чтобы спина была прямая.
Вот. И ты следишь, твоя задача за коленями. Первый втягивающий, ну, чтобы на коленке вообще не было нагрузки. Слушай, загонял уже парня, а? Мы только размялись. Я прошу обратить внимание, профессионалы, ветераны спорта, даже одышки нет. А вот у молодежи вообще не подготовлены. Ну подожди, ну что ты начинаешь сразу? Давай всю правду сразу скажешь. Давай еще подходи, братан. Старайся точно так же внешне. Отлично. Очень хорошо. Жесткий, хороший, колоссальный, молодец, мужик. Красавчик. Да, без дрыжка только, пожалуйста. Давай, я помогу. Давай, вместе делаем. Давай, Чипан, я с тобой. Давай. Больше, ниже. Еще ниже. Вот еще. Да, моргнись, что я тебя спасу. Очень хорошо. Супер. Ты знаешь, а если классик физик, то что он мне напоминает Фрэнка Зейна. Но давай, ты же прекрасно понимаешь мое отношение к Фрэнку Зейну. Это то, с чего зарождался вообще бодибилдинг и так, как он должен выглядеть, как атлетизм, как эстетика, как все вот эти моменты, да? И когда он, вот именно такой бодибилдинг, как классик физик, должен перерастать в бодибилдинг, потому что сегодня бодибилдинг перерос в мутантизм такой, так скажем. А здесь хороший потенциал опять зародить заново. То есть, если вот классик физик, как вот, например, он сегодня будет развиваться, да, вот мы обсудили там то, что нужно добавить в ногах, где-то объемы добавить, да, и вот это опять может перерасти в бодибилдинг, который преобразовывается вот в эстетику флекс-филлера. А ты все-таки такой момент, что где-то же и зритель диктует, что он хочет видеть. Слушай, я так скажу, давай так еще возьмем, интернет трактует, а в интернете у нас столько говна, что нужно немножко ценности. Если не мы пойдем на поводу у всех, кто чего хочет, то мы забудем вообще про ценность, вообще того, вообще для чего мы здесь созданы. Потому что это вот такой момент управляемый, то есть, в том числе через судей, они же выбирают, как бы задают тренды. Это, Вась, отдельный разговор, знаешь, в двух словах не получится. Я тебе хочу сказать, что то, что сегодня происходит, меня очень сильно беспокоит, и что оценивается, когда есть какие-то определенные номинации. Не знаю, видел ты мой комментарий чемпионата России, как судили категорию у нас, и я не могу понять сегодня, по каким критериям оценка идет, что мы судим. И спортсмены сами-то понимают, что судят, что будет оцениваться в первую очередь. Давай, следующий подход. Сейчас тоже должно быть интересно, есть мы слишком. Еще все говорят, что с большим ростом ноги накачать практически невозможно, мне кажется, Слушай, не слушай никого. Они не могут, а ты сможешь. Я тоже так думаю. Ноги? Ноги. Так, по ну, давай. Александру Федорову. Давай попробуем. Мне важна максимально ровная спина. Так, ставь. Это все херня. Все равно голеностоп у тебя нет. Значит, делаем максимально узко, нам же нужно, опять же, галифе. Будем присесть, попробуем, да? Ты ощущения свои ловишь? С маленькой штангой узко ноги ставим и параллельно друг другу, вот так, да? И параллельно ступни движение получается у тебя вот это, верхняя часть, то есть они не выпрямляются до конца, никакого расслабления, расслабилась, сразу летит, да? Понял. Вот. Вниз ты садишься, до момента напряжения не должна ягодица включаться. Мы качаем только сейчас квадрицепс, по поводу ягодицы нет, вот до этого. Ниже не нужно прогибаться, потому что здесь будет толкать у тебя ягодица, она не нужна. Угу. Вот это положение, вот у тебя движение получится. Вот. Я тебя ограничу, тактильно посмотрю, попробую тебе этот ход зафиксировать, окей? Угу. С маленькой штангой. Под пятки подложи блины для того, чтобы ты ровнее спину держал. И задача сейчас. Контролируй, сканируй свои ощущения в квадрицепсе. Понял. После которого ты должен после подхода мне рассказать. Давай. Подсогнул колени. Вот это исходное положение, да, отлично. Вверх. Ой, так, нормально. Вверх. Вниз. Никакого прыжка, монотонно. Никаких рывков. Вверх. Вниз. Медленно.
Вот так. Вверх. Вовнее вверх. Спину ровнее. Вот так. Колени вовнутрь. Почему колени-то? А, Семен Семенович. Ну-ка, колени. Колени строго на носок идут. Вот так. Вверх не выпрыгиваешь. Вниз. Вниз. Вот так. Вот так. Вот так и накачаем сейчас. Еще. 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 Давай, давай, мужик. Четыре раза осталось. Я тебя подниму. Ни хера, пока не упадешь, а что-то не увидишь, понял? Еще два раза. Давай еще, сказал. Вот теперь все. Андрей, расскажите, про кого это узнать, что вы не хотите приседать? Не давите на больной, Василий. Скажи мне, пожалуйста, чего сейчас в итоге? Попали? Вот здесь. Да. Прям почувствовал. Вот. Если так, я хочу сюда еще, значит, так низко не будем приседать, чуть меньше вниз. Угу. Понял? Да. Все понял. Вот это ад, блин, какой-то. Амуль? Да. Давай еще попробуем, не буду. Может, чуть-чуть шире поставить, да? Чуть-чуть. Угу. Да? И обязательно, я тебя очень прошу, колено строго носок, никуда в сторону не уходи. Опять ты уходишь в зону комфорта, и будет не то, что нам надо. Да. Все понял, хорошо. Окей? Справлюсь. Потому что вот это движение у тебя, и не выпрыгивай. Любое рывковое движение говорит о том, что ты будешь больше связками вытягивать. А нам надо мышцы прожимать, нам нужно в мышцу все. То есть то, что у нас повседневно в жизни работают связки, но образно, у тебя понимание должно, это я так грубо тебе говорю, да, то мы в тренировочном процессе должны больше на мышцы уйти, а не в связки. Потому что нашему организму, ну, мышцы не нужны. Он может связками руки сгибать, да, то есть потом только при усилии мышцы включаются. А на тренировке наоборот. Связочки, помогите нам мышцам поработать. Совершенно другой курорт. А это значит плавность хода, то есть никаких взрывов. Любой взрыв – это травмоопасность. Запомни раз навсегда, любой взрыв – травмоопасность. Это ты к нему должен быть настолько четко готов. Когда ты монотонно, не так сильно ты уязвим к травме. То есть у тебя более подконтрольно все, вот. Понял, хорошо, буду стараться. И вот сейчас ты будешь просто вот в таком, как маятник, как маятник, как маятник. И не останавливайся вообще, я тебя поднимаю до тех пор, пока я чувствую, что уже все, я поставим место. Андрюх, все в порядке? Да, да, вообще замечательно. Просто ноги настолько забиты, что я передвигаю их. Что, погнали тогда? Но это сейчас непривычно для тебя, подожди. Для меня непривычно, что настолько сильно я не наполнил в код. Во. Ну, в принципе, вот для этого и пришел сюда. Окей. Самое главное, чтобы ты внутренне был доволен, да, чем больше кайфует этого состояния. Если ты кайфуешь, если что-то не нравится, ты вправе всегда мне об этом сказать, понял? Да, то конечно. Есть не так тупо ты начинаешь там делать через силу, нет. Болевое ощущение, еще что-то не понимаешь, чувствуешь по-другому, да? Все должно быть вот сбалансировано. То есть мы здесь работаем только на одно целое, на достижение результата. Угу. Вес я тебе добавил, еще момент, я вес добавил, я за него буду отвечать. Ты делаешь свою работу, добавил, я тебя буду поднимать с этим весом, понял? Ты самое дело вот в этой же технике, как я тебя буду вести, ты только думаешь о бедрах. Угу. Вес нахрен не имеет никакого значения, это мои фантазии, я там тебе подгоняю, а ты сканируешь ощущения. Угу. Ты мне говоришь, Александр, там хорошо или там что-то как-то где-то, я понял. Понял? Хорошо. Давай, мужик, собрался, поехали, чемпион. Давай, давай, выиграем. Да, ножки подсогнул, исходное положение, помнишь, да? Сразу под напряжение, еще чуть ниже. Вверх. Нет, параллельно ноги, ты совсем загнул вовнутрь. Нет, параллельно, достаточно параллельно. Во. Во. И коленочки вовнутрь. Во. Во. Отлично. Чуть-чуть пониже можно. Так, чувствую лучше. Ага. Хорош. Молодец. Вверх не выпрыгивай. И вверху тоже плавнее. Отлив очень хорошо сейчас. Быстрее. Еще. 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 Два. Еще раз. Молодец. Отлично. То, что нужно. Балансируй, пожалуйста, ступни и колено. Мне позволяет, то есть визуально.
Андрюхе, давай подходик еще сделаем, я добавлю и пойдем на жим. Я, ну, просто понимаю, что если так много, ты в следующий раз можешь добавить такой техники, да, но без перебора. Не хочу, чтобы там, знаешь, я просто не знаю, где болевой у тебя пару как болит, поэтому, знаешь, что выпендриваться точно не, я не за то, чтобы там убить тебя, да, я хочу, чтобы вот все было, знаешь, в меру. Кайфануть и показать себя с лучшей стороны. Показать подачу, подачу твоей харизмы и всего остального. Максим, как тебя оценит? Куда тебя вообще? Вообще не думай об этом, пожалуйста. Это вообще не от тебя зависит, не объективный вид спорта. Это уже потом разбираться, можно анализировать. Но до момента соревнований у тебя подача должна быть: вау, поеду, кайфану. Себя, вот как ты вот все позы показываешь, еще более красивее оцениваешь себя вот с точки зрения эстетики. Ни о каких местах, ни о каких судьях, ни о какой политике вообще нахрен не думай. Сожрет тебя эмоционально, понимаешь? А это очень важно. Чем ты больше уверенности будешь в себе, тем лучше ты себя подашь. Согнул колени и пошли. Андрюх, надо ровнее спину. Не, братан. Давай вместе. Вот так. Не выпрыгивай. Плавно. Вниз. Меньше вверх. Вниз. Да, чемпион. Армуль? Да. Помогает то, что я тебя немножко назад так отвожу? Да. Существенно. Подрастянуться хочется немножко. Подрастянись. Конечно. Конечно. Я только приветствую все эти вещи. Я за растяжку вообще обеими руками. Дыхай, повешь. Готовься. Андрюха, готовься, ни в чем себе не отказывай. Хорошо. Постановка? Параллельная, точно так же. Мы все на внешнюю часть пути. Там ты уже все накачал. Ну, не сказал бы. Ну, подожди. Ноги до конца не выпрямляем, все то же самое. Еще подсогнуто. Да, поехали. Живот самое главное. Не выдавливай живот, пожалуйста. Живот вверх. Еще меньше выпрямляем. Плавнее, не выбрасывай. Ниже можешь? Вниз. Много выпрямляешь. Вверху большая задержка. Вниз. Вот так. Я помогу, не парься. Без рывка. Плавнее стартуй. Во. Много выпрямляешь. Вверху большая задержка. Вниз. Дыши. Вот так. Вот в таком темпе. Вот еще. В нижней фазе. Нога вверх, вверху. Нога вверх. Есть такое? Да, но вот у меня, мне кажется, что я ограничен. Тазом? Вот прям, да, тазом. В амплитуде. Окей. Ниже ноги, если поставить. Можно попробовать. Все нормально? Да. Только я тебя умоляю, не геройствуй, если там подташнивать еще какие-то моменты, обязательно только говори, пожалуйста. Да я что-то не сказал бы, что ноги отстают. Ну, сейчас на пампе, может быть, на сливе я их теряю. Но правда, когда на работе, такая жесткость, вот я, ну, с качеством у меня проблем нет. Я очень хорош, он прям организовывается на диету. Вот, у меня прям, может быть, из-за того, что я вот как
раз и чуть-чуть переслился, мне это позволило выиграть. Потому что в Корее-то были достойные ребята. Вот как раз то, что я жесткостью, там, спиной обычно выигрываю. Вот, и детализация хорошая. И вот впервые, наверное, в этом сезоне увидел такую хорошую сечку на ягодицах. Вот, ну и, конечно же, чуть-чуть пожертвовал объемами, но качество было прям идеально. А сейчас хочется сделать и качество, и объем. Понятно, Данил. Кардио заранее начинай, может быть, чуть-чуть. Не гони сильно. Ты когда кардио делаешь обычно? Я всегда делаю. Всегда делаешь? Когда? Отдельно от тренировки. Ну, отдельно от тренировки. Когда? Утро обычно. Утром натощак? Нет. Попробуй натощак. Меньше его делать надо, а эффективности больше. Утром встал сразу кардио, потом покушал. Блин, тут вообще в разы совершенно другая ситуация. Ну, редко. Это как планерку перед рабочим днем сделать. Ну, просто если зайдет. Просто есть категория людей, которые натощак категорически не могут. Ну, там есть психосоматика, да, на защитную реакцию. Но вот я по себе скажу, что не пробовал, там я делал вечером, там это вечером вообще утопия. После тренировки вообще не понимаю, для чего делать. Вот, особенно когда ты на силу, на объемы работаешь, да. Одно дело, когда там усыхать надо, там и худеть, там, ну, еще понятно. Когда ты еще объемы хочешь сделать, тебе же важно обменные процессы разогнать, чтобы вся еда, которая у тебя потребляется, она грамотно распределялась. Поэтому утреннее кардио – это как планерка перед рабочим днем. То есть нет смысла проводить планерку в середине рабочего дня и давать задачу на день, если уже полдня прошло. Понимаешь? Да. То есть вот таким образом мы относимся к кардио. То есть кардио – это не для того, чтобы еще раз сжечь жир. Кардио – это для того, чтобы нормализовать системные процессы. И когда я первый это увидел, Деннис Джеймса, то есть это в Америке, я с Америки это все привез. Я когда увидел, он говорит, да логически так это все понял. Он сидит, говорит, Биг Мак жрет уже, а там соревнования через 3 недели. Ну, нормально, мы с Милошем сидим, фотографию, может, ты видел, где мы сидим с Деннисом. Вот тогда я его спрашиваю, говорю, Деннис, а что, ты не выступаешь? Ну, как бы. Он говорит, да не, нормально, Алекс, все в порядке, я уже кардио с утра сделал. Я такой, что? Ну и с Милошем начал разговаривать и тенденцию всю эту тему, понял? И действительно так вообще работает идеально. То есть там ты делаешь утром кардио, вечером кардио, херня все. Утреннее кардио, там 20, не надо час, не надо вот этой суходрочкой заниматься, у тебя нет столько ресурсов на это. У тебя кардио должна быть, это планерочка, быстрая планерка, эффективная. А не надо разглагольствовать там, понимаешь? Вообще огонь. Все остальное ты делаешь подводкой, грамотным разбалансированием. То есть у тебя все равно есть приход-расход же, правильно? И за счет этого ты балансируешь. Потому что если ты будешь перетруждаться, объемы-то и будут уходить. Пережигаться. Пережигаться, да. А тебе же объем нужно сохранить. Поэтому нам надо самое главное, то количество питания, которое приходит, они должны быть грамотно распределены по ячейкам. И тогда ты можешь грамотно распоряжаться. Поэтому лучше заранее еще начать. Конечно, конечно. И сейчас потихонечку. И ты втянешься, тебе не будет напряжено. Когда ты подойдешь, что соревнование, что в межсезонье у тебя должно быть вообще. Я заметил, что профессионалы обычно за неделю 18-20 начинают. Конечно, они вообще постоянно, то есть у них оно чуть больше, чуть меньше. Поэтому я никак не мог понять, почему я вот такой, блядь, они ходят, улыбаются и соревнуются там каждые 2 недели. У них нету этого. Поэтому не ты постоянно в форме держат. И позволяют себе нормально поесть, и это ничего, им только на пользу идет. А у нас, понимаешь, мы думаем, там что-нибудь съел, залило. Ну это бред. Кверху пятками. Во. Чуть пошире ступни, давай поставим. Носочки вовнутрь, да. И на пятку упор будет. Во! Огонь. Много выпрямляешь. Я не дам тебе выпрямлять много, блин. Еще 2. Еще раз. Молодец. Еще раз мало. Как дела, Люх? Норм? Да. Да, хорошо с бучкой для моих ног сегодня. Да, мне нравится вот эта походка, злая мне уже нравится. Неуверенная. Нравится, обычно там ноги покачаешь, они как-то мало вопросов задают, то есть не надо так сильно распыляться. Говоришь свое, что надо говорить все. Вопросов не поступает от слова совсем. Единственное, когда тренировка закончится? На пятки лучше, понравилось? Да, однозначно.
Старайся, чтобы таз не отрывался у нас, да? Во. Желательно не делать, не делать. Во. Что еще, мужик? Да-да-да-да-да, во-во-во. Пятками, пятками, пятками. Давай, 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 давай. Все. Все. Андрюхе хорошо вроде. О! Что, подкатываешь, да? По лесенке вниз аккуратненько спускаемся. Ага. Братуль, я, наверное, думаю, наверное, хватит. Да, еще завтра спина. Надо восстановить. Спина, может быть, будет легче. Что, хороший сегодня, да? Да, я думаю. Ну, однозначно. В корне другой подход у вас. Ну, я за вами смотрю все ваши ролики, наблюдаю. Просто хотел испытать это. Ты знаешь еще как? Смотри, вот мы тренировку провели, да, мы, конечно, сейчас получили офигенно. Надо посмотреть, какой организм на это откликнется, чтобы походить, например, сегодня вечером, завтра, какой памп. Обычно от хороших тренировок, кто заходит, ты должен продолжительность еще чувствовать там 2-3 дня. Ну, то есть ты чувствуешь, что, блин, мое. То есть у тебя внутренний, прислушайся к внутреннему. Mm-hmm. Да, я сейчас не сторонник трактовать, что я все правильно делаю. Я все равно наоборот. Работаю через обратную связь, понимаешь? Мне это... Вот, понимаешь, мы с тобой отработали, и я чувствую, я не устал реально. Я понимаю, что ты выкладывался, да, в тебя, вот, но вот внутри у тебя есть такое ощущение, что ты перегрузился? Нет. А ноги забиты? Да. Вот, понимаешь, ценность? Вот, вот, вот что должно быть каждый раз на тренировке. Когда ты на каждую тренировку будешь идти с желанием, с таким азартом, и тогда ты будешь получать результат. Вот это просто сейчас тебе незнакомо, потому что, ну, ты вроде видел, но не знал, что это. Следующий тренировка не будет такой тяжелый. Ты говоришь, ты уже завтра придешь подготовленный, уже будет по-другому. Но мне, моя задача будет для тебя фишечку приготовить так, чтобы ты еще раз кайфанул. Но мышцами центральная нервная система получила удовольствие. И как только ты начинаешь от головы заботиться о своем теле, ты просто начинаешь кайфовать и прогрессировать. А с тренированием подходишь только от кайфа того, что ты делаешь. То есть тебе важна, не важна сама победа, важен путь к победе. И тогда уже совершенно по-другому. Потому что многие сегодня понимают, я готовлюсь ради того, чтобы выиграть. Да блин, да хрень полная. Он уже начинает перегорать в тот момент, когда к сцене подходит. Ну, он ничего не может сделать, не совладать, ничего, пока там, не знаешь, чем-нибудь там не выпьет, успокаивающий, еще что-то. Это зачастую у девочек тоже так получается. Ну, классика. А ты же прекрасно понимаешь, как гормоны работают. Кортизол начал, залило еще что-то. А у всех по-разному. Более того, если ты, например, выработал механизм в этом году, в следующем он может не сработать. Если организм меняется по гормональному фону, еще что-то. Например, то, что работало тогда, сегодня может не сработать. А удержать это можешь только на спокойствии. Ну, четко понимаешь, что я понимаю, что делаю. Прислушиваешься, анализируешь, ту же самую еду экспериментируешь сейчас, а какой у тебя памп, что тебе нужно сделать. И в момент, когда ты приходишь, там сливаться, да? Да надо ли сливаться? Ты аккуратненько пришел, такой краник подзажал, вот вообще идеально всех. А это чем хорошо? Для организма ни гиперкомпенсации нету, ничего, нету стресса для организма. Он всегда готов тебе отдать. На соревнования, Андрюш, хорошо. И ты долго будешь в этом состоянии. А так, знаешь, когда стрессы туда-сюда, я помню, для нас, ну, представь, там это, мы еще готовим, знаешь, дистиллированная вода по старинке, 70 яиц, огурец, блин, это грудка куриная, вываренная там, в 7 бульонах, дистиллированная вода, вот вся твоя еда. Ну, о каком спорте речь идет? Вот сейчас меня подташнивает. Ты понял, да? Сейчас, сейчас вот доходит? Нет, как вы сказали про грудку. Да, дистиллированную воду пил? Нет, это вообще пипец. Ты красавчик, ты молодец, брат. Спасибо. Спасибо, давайте, до завтра. Да, все.